Ну, я читать буду, на чем откроется. Когда она с другим связалась, а я отпал как таковой, какой она себе казалась таинственной и роковой, как недвусмысленно кипела зубоскрежещущая страсть в том, как она не в такт хрипела про окончательнее пасть и в колебании недолгом в плену постылого житья меж чувством стал быть и долгом, хоть толк, конечно, был не я. Он был исполнить волю рока, уйти с печалью неземной, чтоб милосердно и жестоко прикончить то, что было мной. Насколько ей была по вкусу роль разбивающей сердца, гордячки собственному трусу, предпочитающей борца, я все бы снес, но горем сущим мне было главное вранье. Каким бесстыдным счастьем сучьем вовсю разило от нее. Ей-богу, зло переносимо, как ураган или прибой, пока не хочет быть красивой, не упивается собой, взирая, как пылают Трое или Отечество, пока палач не зрит в себе героя, а честно видит мясника. Но пафос, выспренность, невинность, позор декора, смрад тират, любезный друг, я все бы вынес, когда б не этот драмтеатр, увы, перетерпевший корчу, слегка похлопав, палачу, я бенефис тебе испорчу и умирать не захочу. Ноябрь злодействует разбойник, на крышах блещет перламутр, играет радио, покойник пихает внутренности внутрь, привычно стонет, слепо шарит рукой, ощупывая грудь, сперва котлет себе пожарит, потом напишет что-нибудь.